Всем привет! В эфире очередной выпуск нашей традиционной рубрики «Лайк-арена». Мы продолжаем изучать профили мордовских спортсменов в социальных сетях и самым интересным спешим поделиться с нашими телезрителями. Давно мы с вами не заглядывали на странички наших борцов, а между тем у них интересных событий, которыми они делятся с подписчиками, хоть отбавляй. К примеру, чемпион мира Артем Сурков на минувшей неделе удостоился именной парты в своей родной школе номер 16. Теперь честь сидеть за ней получат лучшие ученики школы. Судя по инстаграму Артема, волну ностальгии его визит поднял немалую. Причем не только у самого спортсмена, но и у его учителей. Дмитрий Питайкин мог бы снискать славу не только на борцовском поприще, но и в качестве тревел-блогера. Смотрим его видеоотчет из путешествия в Германию, наслаждаемся красивыми видами и просим: «Дмитрий, снимай еще». В хоккей играют настоящие мужчины. И пусть этим мужчинам еще только по 7 лет, но они уже понимают важность тренировочного процесса. И ради обретения идеальной игровой формы готовы на самые экстремальные эксперименты. К примеру, почувствовать себя настоящим воздушным акробатом. Наш коллега Александр Аносов тоже ведет инстаграм, в котором регулярно публикует фото и видеоотчеты соревнований, в которых принимают участие мордовские стрелки. Не так давно Саша и его товарищи по команде вернулись с медалями Кубка города Пенза по практической стрельбе из пистолета. Поздравляем и желаем новых успехов! 28 марта – красный день календаря как минимум для двух прекрасных девушек и замечательных спортсменок. Сегодня день рождения сестер Ирины и Елены Кручинкиных. Обе биатлонистки посвятили этому событию трогательные посты в инстаграме, наговорив друг другу немало приятных вещей. Если хотите знать, как это круто иметь сестру-близнеца, кто из девушек старше на 5 минут, а кто собирается делать ремонт в квартире, заходите на странички Ирины и Елены. И не забывайте оставлять этим прекрасным спортсменкам свои поздравления. Новый министр спорта 13-го региона Александр Савилов – человек, который на «ты» с новыми технологиями. В его инстаграме можно найти немало интересного. Из последнего отметим фото, сделанные на матче хоккейной Мордовии с Чебоксарами. Редакционный лайк за то, что Александр Владимирович поддерживает мордовский спорт не только как чиновник, но и как болельщик. На этом очередной выпуск нашего дайджеста спортивных соцсетей подошел к концу. Мы встретимся с вами через неделю. Не забывайте подписываться на своих любимых спортсменов и ставить им лайки.